Пахомуховна прилетела. Эта книга называется «Котенок Ластик и Муха-Муховна». Написала ее Татьяна Коваль. Это очень веселая книжка. Там есть очень хороший котенок Ластик и очень умная Муха-Муховна. Там есть девочка Настя и ее мама и папа. Вот ее мама. Она по стене может ползать, Муха-Муховна, и по потолку еще. Когда они только подружились, тогда она очень удивила Ластика. Он не переставал удивляться. Тем более, когда она сказала, Муха-Муховна, как лето. Ну, конечно, ребята, вы знаете, что правильно говорить, как лето. А она как сказала? Как лето. Как лето. Как лето на улице. Но сейчас осень, ребята. А вы знаете, кто такой Муха-слон? А Ластик и Муха-Муховна точно знают.